Всем привет! Сегодня приправа клуб готовит салат мимоза с сыром. И первое, что нам нужно сделать, это отправить овощи и яйца вариться. Следующий шаг — это лук. Нам необходимо его очистить, нарезать и залить кипятком на 2-3 минуты, чтобы он был, ну, не очень злым. Отваренные яйца я охладила, очистила и теперь буду отделять желтки от белков. Мы отдельно на мелкотерке будем натирать белки, отдельно желтки. Теперь натираем отваренный и очищенный картофель, морковь и сыр. С консервы сливаем масло и измельчаем вилочкой. Салат мимоза выкладывается слоями. Это можно сделать в порционные салатники или общую тарелку. Итак, первый слой — это у нас картофель. Немного его присаливаем. Покрываем слоем майонеза. Лук. Теперь сыр. Рыба. Белки. Морковь. И шапочка из желтков. И веточка зелени. Теперь салат отправляем в холодильник на 2-3 часа, чтобы он хорошенечко пропитался.